Здравствуйте, в эфире программа «Городские встречи». Сегодня у нас в гостях Юрий Гилев, астроном-любитель. А поговорим мы о главных событиях космоса, которые произойдут этим летом. Здравствуйте. Здравствуйте. Недавно было солнечное затмение. Расскажите о нем. Солнечные затмения у нас происходят 1-2 раза в год. Вопрос, где именно, в каком месте земного шарика. В этом случае это было 2 числа. Полоса затмения проходила через Чили и Аргентину. Необычайно красиво. Рядом горы. Есть еще обсерватория Европейского космического агентства Ла Силла. Там, на секундочку, самые большие телескопы в мире. И самый хороший астроклимат. И вот фотография солнечного затмения на фоне всего этого оборудования – это просто шедевры. Есть фанаты, которые полетели туда наблюдать, в Аргентину, в Чили. Когда нам ожидать следующего затмения? Смотрите, вот мы на территории нашей страны, так, чтобы в нормальном населенном районе, так, чтобы была погода, наверное, это будет 2061 год. Не знаю, доживу ли. А вот так, знаете, вот, например, это было несколько лет назад, за полярным кругом, в районе Мурманска. Люди приехали, конечно, там облака, погода никакая. Так они взяли самолет в аренду, они поднялись над облачностью и наблюдали в иллюминатор. Ну, сфотографировать, конечно, не получится так, чтобы детально, потому что этот самолет, он движется. Ну, на фотоаппарат можно было снять. Но, насколько я знаю, 17 июля еще, говорят, будет солнечное затмение. Но он кольцеобразное оно будет. Кольцеобразное – это немножечко не то. И тоже далеко, не у нас. То есть ехать далеко и незачем. Самое такое насыщенное, эмоциональное – это полное солнечное затмение. Когда я был на Кавказе, это был 2007 год. Вот. Знаете, как это все происходило? У нас глаз так устроен, что солнышко закрывается, мы это не ощущаем, ну никак, процентов до 80. Когда мы смотрим на солнце, все еще нельзя смотреть. Надо в очках смотреть, иначе можно сжечь глаза. Солнечный ожог происходит очень незаметно. Там происходит такое интересное явление, бриллиантовое кольцо. Когда вокруг Луны, которая закрывает солнце, еще светит солнце, и с одного края, который последний остается, мы видим такую вспышку. Это как кольцо с бриллиантом. Вот после этого по краю Луны ползут четкие бейли. Такие красные точки. Это свет проходит через неровности на поверхности Луны. После этого мы видим корону. Раскрывается полная фаза. Всего это может длиться несколько минут. Вот от 1 до 5. В зависимости от затмения, как повезет. Потом в обратном порядке. Когда полная фаза, не надо смотреть только на Солнце, нужно посмотреть вокруг. Посмотрите, во-первых, зарево кольцо, мы его привыкли видеть на закате или на рассвете, там, на востоке или на западе. А здесь оно везде. Этим летом будут достаточно хорошо видны планеты. Расскажите об этом. Да, конечно, конечно. У нас будет интересная конфигурация планет, но они происходят регулярно. Вот эти интересные конфигурации. Во-первых, Луна у нас нарезает круги раз в 28 дней. Во-вторых, Венера, она очень яркая, и она тоже движется очень быстро. Она то на восходе, то на закате. Вот. А есть еще планеты, например, Юпитер, Сатурн. Они внешние, далекие, движутся медленно. Ну и Марс. То ближе, мы в одной точке, с ним противоположно, например, то он слабенький. Когда мы с одной стороны от Солнца, он поярче. Вот это все можно видеть. Что я буду рассказывать, то, что лучше показать. Есть онлайн-планетарий, например, Stellarium. Набираете онлайн-планетарий и смотрите, когда будет интересная конфигурация планет. Вообще, все это наблюдение, это очень красиво, но я не перестану повторять. Астрономия – это счастливая наука, она не нуждается в украшениях. Что касается такого явления, как серебристые облака, сможем ли мы увидеть их с нашей территории? Все завязано на календарь. У нас, как известно, Земля совершает оборот вокруг Солнца 1 год. Получается следующая вещь в наших широтах. Осень, начало, когда более-менее хорошо темнеет. Мы открываем сезон глубокого космоса, это когда темно и нет Луны, с метеорным потоком Персеида. Но, к сожалению, в этом году нам помешает Луна. Дальше, пока не выпал снег, самые идеальные условия. Достаточно темно. Когда снег выпадает, тогда хорошее небо, как правило, в мороз минус 30. Для этого нужно иметь выносливость. Это в основном для тех, кто снимает, для фанатов. Дальше весна. Марафон Месье.
начинаются астрономические всякие события, мероприятия. Например, астрофест, южные ночи тоже начинаются. А после этого у нас случается беда. У нас белые ночи начинаются в наших широтах. Солнце закатывается за горизонт с одной стороны, и тут же выпрыгивает, нормальной ночи нет, как следует, не темнеет. Так вот, именно в этот момент можно наблюдать красивое явление – серебристые облака. Надо сказать, что они появились совсем недавно, и это результат, прямой результат деятельности человека и увеличения углекислоты в атмосфере. Надо сказать, что только не только это. Еще туда вкладываются, например, всякие микрочастицы, кометы, например, когда мы попадаем в шлейф. Метеориты, например, серебристые облака, когда Челябинский метеорит упал, они неожиданно появились где-то там зимой или весной, это дело было, над Москвой. Ну так вот, именно вот летом у нас есть уникальная возможность увидеть уникальное для наших широт явление. В других широтах этого нету, просто остальные не видят. На полюсе там слишком ярко их не видно, на экваторе там слишком темно, их тоже не видно, они слишком низко над горизонтом. Изучая серебристые облака, мы можем изучать мезосферу. Можем смотреть, как влияет углекислота на температуру мезосферы. И я знаю, такие вот исследования у нас проводят ученые. Сможем ли мы из Рязани наблюдать полярное сияние? Все зависит от того, как хорошо на Солнце бабахнет и как это все придет к нам. Там же не просто так. У Солнца происходят корональные выбросы. Есть специальные люди, которые очень это дело любят и следят. Есть картина, как распространяются эти корональные выбросы, и они прикидывают. Сейчас хорошие условия для наблюдения, придет, не придет. Я сам охотился, это, знаете, это как охота. И где-то раз на пятый мне удалось поймать, я специально там смотрю, корональный выброс к нам собрался, короче, на озеро, фотоаппарат ставлю, и вот над озером я заснял сияние, у меня очень даже хорошо получилось. Расскажите, в каких экспедициях вы были? Самое, конечно, хорошее, что мне больше всего запоминается, это Кавказ. Например, горная астрономическая станция под Кисловодском. Там сами по себе альпийские уже луга начинаются. Сама станция, у нее интересная история. То есть там был коронограф, который мы забрали у Гитлера, как военный трофей. Не знали, что с ним делать. Вот человек, организатор, тот, кто основал станцию, он проявил инициативу, сказал Сталину: «Я знаю». Представляете, что такое взять на себя ответственность? Без каких-либо вот таких сильных исследований он подумал, сказал: «Ребят, давайте ставить станцию там, это же важно, солнце будем изучать, где вид красивый». И он не прогадал. В этом месте очень красивый вид и очень много солнечных дней. Вот ты просыпаешься в гостинице, у тебя такой шикарный вид, Малкинское плато, Эльбрус, прямо вот как на ладони. И там очень много мест, куда можно сходить, кроме астрономии. Пешком там маршрутов 5. Можно съездить на машине, там тоже несколько раз желательно ездить. Вот. Вообще там очень замечательно. Это одно место. Сам Кисловодск. Вот. Хотя бы один день нужно в парке обязательно походить в Кисловодском. На малое седло залезть. Вообще очень люблю Кавказ. С тех пор, как я попал в горы, мне перестало нравиться отдыхать на морях. Вот этот вот отдых, когда ты лежишь там, плавишься, в воду окунулся, опять, ну, совершенно не то. Расскажите, куда еще планируете поехать? Знаете, тут провести. Примерно так. Как только, так сразу. Смотришь Астрофорум, там есть соответственный раздел, и там все эти поездки, как правило, объявляются, если кто-нибудь организует. Ну, например, ближайшее, это будет у нас как раз в августе, это Мизмай. Это тоже Кавказ, только немножко другое, там позападнее. Там уникальное место, занесенное в ЮНЕСКО, Гуамское ущелье. Очень много водопадов. Там немножко пониже, много растительности, зеленки, стоянки древнего человека. Речки горные. Есть речка холодная, есть речка теплая. А из космических-то явлений что вы будете наблюдать? Так вот я объясняю. Вы туда приезжаете, там на горе стоит группа фанатов. Они всегда под новолуние подгадывают это время. И у них есть телескопы, каждый свой привозит, и они там наблюдают весь юг. Когда у нас еще мало темного времени, у них предостаточно, и там можно спокойно пронаблюдать всю ночь.
Кто любит вот такой вот отдых, знаете, палатки, горы, и тут еще телескопы, такие, знаете, такие они своеобразные люди, единомышленники. Вам туда. Если вам комфорт нужен, там 600 метров ниже, там нормальная турбаза, условия. Потом сел на машину, приехал, посмотрел, насмотрелся, уехал, лег спать. Красота. Ну, плюс еще погулять можно. Каких еще значимых событий нам ожидать этим летом? Поскольку солнце хорошо освещает ближние слои атмосферы, ну и космос ближний, мы можем видеть много спутников. Самое красивое МКС. Даже в слабый прибор 60-кратный мы видим у нее там элементы конструкции. А если телескоп, например, есть, вот был интересный случай, астронавт сумку потеряла. А что такое в космосе сумку потерять? Это значит, вот она в 5 сантиметрах, ты не можешь дотянуться. Все, она так и летает. Ты за нее уже никак не достанешь ничем. Нельзя вот так раз, схватить и назад. Ты вместе с ней будешь летать. Наверное, мы сможем... И вот эту сумку наблюдали, как она летает. Недавно Илон Маск запустил сколько там, 50 что ли, или 70 спутников. Вот. Представляете себе? Май, лес, речка, мужики, костер, рыбацкие истории, ну что они там делают. Один там что-то рассказывает, там некоторые увлекаются. Говорит, да ладно, твои звезды, астрономия. И тут летят по небу вот эта вот вереница спутников, и все обалдели. Это что такое? Это что, это флот вторжения, что ли? Еще есть интересная вещь. Астрономия, вот это все, оно вызывает неподдельный интерес у нас, в нашем народе. Может быть, потому что мы потомки Юрия Гагарина, мы преемник Советского Союза. Космос – это наше все. Это вот второй повод для гордости нашего человека. И вот у нас Алексей, он занялся спутниковой графикой. У него есть точное геодезическое оборудование. И они сделали там с товарищем на льду озера портрет Гагарина. И как раз Илон Маск что-то там такое запустил. И вот пошел демотиватор в интернете. Новый виток космической гонки. Там Илон Маск запустил, улетел, все нормально. В Рязани на льду озера выскребли лопатами портрет Гагарина. Популярность была бешеная. Откуда у вас такая страсть к звездам? Понимаете, она есть у каждого человека. Мне здесь нравится, что это необычайно красиво. Дело в том, что ночью мы привыкли все видеть черно-белое, не цветное. Это особенность нашего зрения. Но на самом деле там такие краски, которых мы и днем не разглядим. А что касается туманности, там такое буйство цвета. Ну, просто это великолепие. Вот. Астрономия для меня, это астрофотография, это прежде всего такое вот хобби, увлечение. Она находится, астрономия, на стыке каких-то технических дисциплин, прекрасного, ну и, может быть, где-то математики. Вот. То есть это такая же охота-рыбалка. Вместо того, чтобы там зверя освежевать, там рыбку варить, я сижу там на компьютере и занимаюсь мат-обработкой, потом художественной обработкой, потом показываю, вот что я натворил. Расскажите о наиболее интересных ваших работах. Самое интересное я привожу с Кавказа. Самое главное здесь следующее. У нас все-таки толстый слой атмосферы, и это влияет на цвет. У нас, если мы снимаем ту же туманность Ориона, она получается такая немножко желтоватая, ну... Не, можно править, но это все-таки не то. На высоте 2000, во-первых, копить света надо меньше, во-вторых, получается натуральный свет, прекрасный, красивый, насыщенный. Там лучше погода. То есть, если здесь я приезжаю, 3 часа настраиваюсь, потом снимаю несколько часов, потом все, 3 часа ночи, я сворачиваюсь и еду домой. Мне завтра на работу. То там я спокойно приехал на неделю. Я настроился хорошо, точно за один день. И после этого каждую ночь, пока есть возможность, бомблю. Работаю, то есть поднимаю Wi-Fi, я Wi-Fi точка, и там удаленно, например, наблюдаю за процессом. Там нужно постоянно быть, знаете, это как вот будто вы управляете, ну не машиной, а вот что-то вроде самолета. Напоминает вот это. С процессом надо постоянно следить, надо постоянно думать. Спасибо. И на сегодня это все. Я прощаюсь с вами. До скорой встречи в эфире.